Друзья, всем привет! Мы приехали, мы с Ловиком, он разговаривает по телефону, мы приехали в Miramar Outlets. Нам нужно купить Катюхе кроссовки. Идем с вами в Skechers. Я в прошлый раз Skechers назвала как-то по-другому, мы с вами здесь мимо проходили, не то ли Shakers, то ли что. Вы меня все исправили, спасибо вам большое. Я случайно, я знаю, что это называется Skechers. Мы старшим детям еще раньше покупали кроссовки там. Они легкие, удобные, недорогие. Я случайно ошиблась, да. Пойдемте, в общем, мы сейчас уже вечер, поэтому уже горят фонарики, уже горят красивые лампочки. Пойдемте посмотрим. Уже красиво так все загорается. Правда, еще не совсем темно, но все-таки красиво уже. Сейчас темнеет, кстати. Эко, смотрите, какой большой. Так, и вот здесь Skechers. Вот он, Skechers. Смотрите, какой он огромный. Ого! Он реально огромный. Пойдемте посмотрим. Так, папа, наверное, здесь пока будет. Я пойду без него пока. Ой, музыка здесь играет, ребята. Не знаю, как засниму. Сейчас похожу, посмотрю, дойду до детской обуви. Слушайте, ну не самые дешевые цены. Сейл $75. Не самые дешевые, конечно. Так, я дошла до детской обуви. Смотрите, как ее тут много. Несколько рядов. Так, ищем с вами. Милые, но тяжелые. Я вообще вот эти вот кеды не очень люблю. Можно какую-нибудь вот такую модель взять. Они без шнурков. Очень, в принципе, легкие. Но не знаю, как Катя их будет на себя натягивать. Вот смотрите, какие приятные, да? Purple. Папа пришел. Так, я буду брать какие-нибудь вот такие, ну, поярче, на вот такой вот застежке для Кати. Самый удобный вариант. Ой, как громко музыка играет, ребята. О, друзья, это Катюхины кроссовки сейчас. 36,99. Мы брали в Маршалсе, по-моему, такие же. Не помню, за сколько, наверное, за столько же. Вот веселенькие. Какие-то такие блестящие, не очень хочется. Видели, как красиво? О, смотрите, классно, да? Но мне кажется, это чересчур, наверное. И они, мне кажется, ну... Хотя нет, милые. Так, ладно, посмотрим, что есть еще. О, смотрите, какие веселенькие. Тоже вот на такой застежке. Радужные. Как они говорят, rainbow, rainbow. Кстати, вот это милая модель, да? Ну, для такой девочки, для 5 лет, мне кажется, самый раз вообще. О, а вот это вообще русалочная тема. А, они еще и блестят все. Угу, смотрите. Вау. Может, вот такие ей действительно взять, но они как-то совсем светятся. Я вот не знаю, в школу в таких... Ну, можно, наверное, но как-то будет привлекать сильно, ну, отвлекать точнее будет. Хотя, может, и наоборот нормально. Русалочка какая-то, да, такая? Все в сердечках. Так, классные. Что еще есть? А, тапочки. Вон розовые просто взять ей. Да? $53. Розовые и розовые. Йозовые и йозовые. Пёрпл. Или пёрпл. Слушайте, у меня вот глаза разбежались. Я не знаю, ребята, как у вас, но посмотрите, я еще не все обошла. Я уже реально не знаю, какие брать. Они какие-то все классные. Так что на этой стороне есть... Давайте посмотрим. Ой, боже мой, боже мой. Что это за милота такая? Пипец. Сандали какие? Нет, не светится. Ребята, вы только посмотрите, совсем на маленького малыша, да? На маленькую девочку с бантиками. Да, смотрите. Вот это милота. Вот это я понимаю. Милота так милота. Все в бантиках. Для самых маленьких девочек. А вот тут для мальчиков. Ну, на нашего мальчика хрен чего оденешь. И обуешь. Ну, может, вот такие бы и зашли, конечно, ему. Да, и на 40. И то я не уверена. О, крутяк какой. $35. Пацанские тоже крутые.
Майнкрафтовая тема. Или Лего, или Майнкрафт какой-то. Смотрите, да? Круть. Крутая круть. И вот это вот очень удобно. Ух ты! Смотрите, а это магнит. Вот здесь магнит, и вот здесь магнит. Чтобы они не болтались, они вот так классно. Крутые кроссовки. Круто. Легкие, тоже милые такие. Какие-то, мне кажется, марки. Но хотя, и знаете, под что подходит? Под ее рюкзак. Цвет почти такой же. У нее голубой, этот какой-то бирюзовый. Подошло бы. Так, ну, пока мне, наверное, больше нравятся вон те purple, которые... Жесть. Которые вот такие вот, только на постарше. Пойду посмотрю их повнимательней. Вот, друзья, пока мне вот эти вот больше всех нравятся. Мне еще очень нравятся вот эти вот русалочки, но они блестят. А, светлые сильно, во. Но они светятся так. Ну, круто, конечно, но не уверена. Я их смотрела, во, под рюкзак ей. Светлые слишком. Стирать каждый день придется. Отнеси на место, пожалуйста. Стирать каждый день придется их. Ну, такие у нее сейчас. Это что-то другое, что-то интересное. Так, ну что, вот эти с крылышками, может. У них, в принципе, знаете, вот у некоторых, которые подешевле, у них внутри такая твердая стелька, так скажем, да, которые вот подороже, как, например, вот, ну, к полтиннику примерно, у них такая мягкая, ну, не гелевая, но все-таки такая мягкая стелька. Мне кажется, вот такие классные. Все, музыка мне точно сегодня прилетит. И размеры, вы знаете, вот просто, ну, все. Вот смотрите, я вот внизу не снимала. Размеры просто все на свете есть. Слушайте, ну вот эти вот прям чемпионы вообще. Мне так нравятся они. Ну, не очень удобно их одевать, Катюхи. Хотя очень классные. Короче, выбрала я вот эти. Размер ее нашла. И вот сейчас подхожу, смотрю. Смотрите, есть вот такие под ее рюкзак. Но они, единственное, они водоотталкивающие. Вот это вот все резина. Кажется, в них жарко будет. Ну, классные. И вот тоже. То же самое, водоотталкивающие. Но милые. Ну, короче, все. Вот эти вот я беру. А, вот как эта стелька называется. Memory foam. А, то есть, ну, как... Ну, понятно, в общем, да? Память. И как вот вы ножку, в ножку ставит ребенок. И вот эта вот пена, она как память. Короче, запоминает. И очень удобно из-за этого в них ходить. Не знаю, будет вот она их одевать на себя или нет. Может, двое взять. Ну, зачем ей двое, да? Зачем двое? Она сейчас через месяц уже из этих вырастет. Смотрите, ребята, как красиво. Так, 40... Сколько? 46 долларов обошлись, не помню. По-моему, 46. Ну, подержи да. Пакетик. Чек можем показать. Давай. А он где-то там. А, фиг, какие 46. Вот он. Или 47. 44. Ну и налог сейчас там был 46. 46. Он сказал, по-моему, 46. А что ты, я что-то с тобой заболталась. 50 взяла, нифига размер-то. Нет, у нее сейчас 11. Уверена? Притык, Вов, да, уверена абсолютно. О, смотри, как... Слушай, какие тут запахи, как в парфюмерном салоне, да, каком-то. Это ее размер, Вов. Я с размером не ошибусь у детей, ни у кого. Барон. Главное, что ей понравится. Папа вообще какие-то темные подсовывает. У нее сейчас темные. Это понравится, что-то. Девочка же еще маленькая. Ола, Мехико. Вот так это прямо. Да ладно тебе, это любят девочки в таком возрасте. Машка долго ходила во всяких розовых. Нет, сейчас у нее уже этого вообще нет. Ну, Кити страшно любит, когда блестит. Да, это Маша у нас такая была. Просто, чтобы все блестело, сияло. Ворона-сорока, да. Переливалась. Сорока, да. Огоньки, чтобы вот так. Да. Но я не стала брать с огоньками, потому что они такие яркие. Мне показалось, это чересчур для школы. То есть, то яркие, а это не яркие. Нет, ну там огоньки на подошве, знаешь. Я что-то... Я хотела, но что-то не стала рисковать. Да. Вечер. Не, ну Кити будет довольно точно. Так я и за Кити живу. Чем мне-то, что, господи. Не, ну ладно, я согласен. Через пару лет она уж сама в таких не захочет сама ходить. Сама себе не купит такие серые штаны и все. Сама, да. Сама беленькие. Ой. Так, что, папа, у нас с тобой костка сегодня еще. Тогда поехали. Поехали. Такие пробки, такой трафик в это время. А мы сейчас объедем. Но мы выперлись так поздно. А мы в какую костку поедем?
Ну, Фортмайер, потому что нам нет смысла. Ну, нам, а то мимо дома куда в другую сторону. Я в нашем просто ориентируюсь хорошо, а в Фортмайерсе мы тогда молоко искали. То же самое. Ну, мы же нашли в итоге. Ну, нашли, да. Ну, ладно, поехали. Язык до Киева доведет, как говорится. Смотрите, какой закат. Ну да, закат видно. Я попробую поймать. Я закат смотрю. Вон там. Вот там где-то закат. Там где-то закат, да. Ну, красиво. Ну, мы сейчас отсюда выйдем. Покажем. Когда-нибудь, друзья, мы обойдем все-таки это место все полностью, потому что мы все время в какой-то одной локации здесь ходим, а он очень огромный. Тут столько магазинов, тут их все не обойти за один день, но мы постараемся как-нибудь это сделать. Вот смотрите, друзья, это сам Miramar Outlets и вот все-все-все магазины. Вот мы всегда в какой-то одной малюсенькой локации. Я вот так вот вам чуть-чуть покажу, какие здесь есть магазины, чтобы представление просто иметь, сколько их здесь и их название. Мы в нескольких всего лишь были из них. Представляете? Вот тут не обойти, не то что за один день, тут за неделю, по-моему, не обойдешь это все. Так вот. Так, а мы в машину, у нас уже закат-закат, а нам еще в Костку успеть, которая закрывается довольно рано. Смотрите, выезжаем красиво как. Сейчас веночек. Вообще, ты вот вечером-то не выезжаешь далеко, к сожалению, вообще. Ну, когда машины только гоним, выезжаю, конечно. Ну, это не то. А если вот доехать сейчас, я вот прям прошу всех подписчиков проголосовать активно за то, чтобы Лена согласилась со мной выехать в центр Нэплс вечером, когда он украшен, это совершенно... Да мы его снимали, господи. Нет, он сейчас доразукрашен. Я видел, как сейчас люди отвисают в центре Нэплс. Просто наш небольшой городок, но как красиво Крисмас, когда там делают искусственный снег, по-моему, по выходным для детей, когда просто как будто бы снег идет. Но вообще фантастическое зрелище, когда пальмы, тепло и все украшено в Крисмас. Мне кажется, такой диссонанс, который очень-очень красиво смотрится. Да, безусловно, очень красиво смотрится елка, наряженная в снегу с огоньками, всякие снежные фигуры и прочее. Это все здорово, и мне это очень нравится на самом деле. Я люблю это дело, но... Но вот эти вот виды вот такие, вот покажи, пожалуйста, вот въездная группа, мы сейчас прям специально не быстро поеду, вот сюда, вот правее. Опять мы въездные группы правее, смотреть правее. Все, вот. Ну, просто я хочу показать, но здесь еще мало вот сейчас украшено, да? Мы просто миллион раз показываем. Да, но я хочу, чтобы подписчики, пожалуйста, проголосуйте за то, чтобы Лена согласилась поехать вечером специально в центр Нэплс на 5-й авеню. И что сделать? Заснять для вас очень красивые виды, которые будут роскошно красивыми. Может, они чуть-чуть попозже, ты про крисмасовские? Уже все, говоришь? Уже все. Я постоянно смотрю, ну ладно, какой до Крисмаса остается меньше 10, какой? Сколько, 10 дней там. Еще. Снимать, что? Алло. Ничего, потеряла связь? Нет, ты меня отключил. Меня выключают периодически, я вам говорю, меня выключают. Такие, опс, выключают. Нет, мы съездим обязательно в центр. Голосуйте, мы съездим в центр и заснимем. Мы каждый год ездим в центр, вроде все снимаем. Что в Майами, что в Нэплс. Нет, мы ездим постоянно в Нэплс, просто сейчас особенно красиво. Рождество во Флориде очень уютный такой получится. Да, там посмотрит всего из 22 тысяч человек. Эти ролики не заходят, я всегда тебе это говорю. Там картофан снимаешь, 26 тысяч смотрит на Коска, снимаешь красоту, 12 никому тысяч. Никому не надо. Не, ну потом досматривает, все равно находится. Да не, это вообще реально никому не интересно. Ну кто-то посмотрел, сказал, классно, все здорово. Ребят, ну что, реально на картофан сколько стоит, интереснее смотреть. Мне вот ночной Нэплс больше нравится. Ну, ребят, ну что за диссонанс такой в голове? Картофан можно где угодно найти, а где вы? Ну вот почему-то а так. А красотой всегда интересно поделиться. И не только на нашем канале. Домашние влоги заходят, магазинные влоги заходят. А когда там пошли с детишками где-то погуляли, это вообще никому не интересно. Эти вообще не заходят. Не, ну с детишками реально не интересно. Не только у нас, на всех каналах одна и та же фигня такая. Сколько раз обратила внимание на это. Но, к сожалению, это так, да. Чего? Снимать все равно надо. Надо красоту снять. Нет, очень мы много... поедем и заснимем. Нет, ну, каждый год ездим, как снимаем. Минимум, как минимум, большая часть ценят прекрасное в том числе.
Но еще часть как бы ценят больше картофан. Но это неплохо. Нет, я не хочу сказать, что вы в этой связи как бы не должны смотреть на красоту. Но просто каждый выбирает свое. А вообще интересно, почему ролики про закупки именно продуктов больше всего всегда набирают? Да, вот ответьте, Варя, вот почему вам интересно смотреть про закупки? И знаете еще, что интересно почему послушать. Именно Костка заходит? Вот мы, например, будучи в России с Вовой, даже ни разу не смотрели об этом. Даже не смотрели. Не слышали. Да, даже не слышали название. Про Костка. Почему Костка так всем вдруг интересен? Это удивительно. То ли где-то подкручено в Ютубе, как пишешь Костка, так сразу ролик у тебя там рвет все шаблоны. Ну, Walmart тоже всегда набирает, да. Ну, Костка почему-то это особенно. И причем, наверное, у всех блогеров, не только у нас, Костка всегда это что-то особенное. Ну, вот я говорю... Да нам подписчики пишут, Лена, обещала показать Костка, давай срочно Костка. Да, едем, я понимаю, едем, что друзья, люди... сейчас вечером едем, но это в следующем влоге будет уже, простите. Ребята, ну это удивительно, почему? Напишите, пожалуйста, кому не сложно написать комментарий по поводу того, почему вам интересно. Вы знаете, сразу говорим, мы просим написать комментарий не для комментария, потому что комментарий не продвигает канал, мы уже объясняли, да, чтобы вы не подумали, что стоит. Но нам правда интересно провести опрос, по какой причине... Людям интересно смотреть про Костка. Угу. Что вы хотите увидеть? Вам интересны цены, вам интересны новые товары, вам интересен сам этот магазин, потому что вы о нем где-то слышали. Там вот. Же, в принципе, всегда почти одно и то же каждый год. Просто они там по времени там меняются, а так, в принципе, всегда одно и то же. А простите, ночной Naples, это... как бы... Ну, это нам интересно, а через камеру это что там интересно? Не знаю, мне интересно смотреть. Через я камеру? Смотрю, Орел, Решка, они, допустим, пошли в магазин покупать хлеб, да я проматываю. Ничего ты не проматываешь, сидим. Ну, окей, потому что они не ходят, смотри, покупать. Ну, вообще, не, ну, интересно. Ой, смотри, какая красота. Ну, сейчас закат покажу. Смотрите, какой закатик, да? А вот на закатике мы давно с тобой не а было. А вот сними сюда, направо. Вот, кстати, друзья, ролики про закаты и рассветы тоже не заходят, да? Вот это нам интересно, да? Нам прикольно не, ну, это. Ну, но вот это тоже не заходит. Тут я согласен. На чего смотреть, как мы смотрим на море, на закат? А почему мы это смотрим? Мы же не себя показываем там, а в основном сам закат, само ну, блин, океанчик, ну, камон, ну морюшка, это нет, это действительно нудятина. А вот когда показываешь красивые какие-то улицы, города, дома, мне кажется, вот ну, это вот должны... Нудятина для всех, это за кадром. Это нам не нудятина, потому что мы вживую смотрим. А когда смотришь это вот у кого-то, то реально это нудятина. Не знаю. Не, ну я наши ролики, мы же не смотрим, как мы ну, на закат смотрим. Ну посмотрим, сколько наш посмотрели. Ролик с твоим Нейплсом наберет. Да, я знаю заранее, что ничего не наберет. Ничего не наберет. Привет, Костка! Мы Костка проехали. Ну ты развернешься же, да? Это Фармайерская Костка? Ни за что не развернусь. На самом деле, может, нет. Может, в наши вернемся лучше? Да, не, наши. Да, друзья, и вот действительно, мы в России даже не слышали это название. Мы знаем, что есть аналог, в который мы ходили в Москве, метро, как он, Кэшн-Кэрри. Аналог тоже, где по карточкам, где все оптово, где все большими кстати, упаковками. Кстати, удивительно, извини, перебиваю, но просто интересно, пока не забыл. Смотрел, как ребята снимали закупку в метро. Нифига кого? Не заходит. Ну, просто, ну почему метро Ой, закупки не заходят, например, да а Костка заходит? Заходят, наверное, почему не заходят? Не заходят. А mm-mm. какие заходят? Mm-mm. А в России какие магазины заходят? По, я имею да в виду, кто-то из вас просмотра? Смотрит какие-то? Ашан, например, Ашан. Закупка в Ашане. Купил килограмм картошки в Марков. Пятерочка, наверное, Пятерочка. Закупка в Пятерочке, но это триллер уже. Это триллер, извините. Да ладно, уже... мы тоже закупались в Пятерочке. Я не про то, что мы же не снимали это же... А тогда не снимали, да. Не снимали, мы когда да. в Москву переехали, у нас Пятерочка прям была у подъезда. Слушай, ну и это, у нас вкус вилл был. Не, много, но вот интересно. Закупка метро Cash and Carry. Будет она пользоваться? Братан, давай я думаю, езжай то уже, пользуется, господи, популярность, прости. Но, может быть, Ашан. Полчаса стоит, не обращала внимания. Ну, наши, да, вот в Америке это Walmart и Costco, да. Остальные, я даже, если мы в каких-то других магазинах, я даже название не пишу. Например, Publix, да, я даже это название кстати, не пишу. Очень нравится народу смотреть на Aldi, например. Target, вообще эти названия даже не пишу, потому что это, ну, просто набор букв какой-то. Не, а вот, кстати, ты зря. Многие, допустим, любят вот... Ищут специально Target, да, или Publix. Я не знаю, ну, вообще, мне кажется, что ключевой момент закупка. Но, с другой стороны, почему закупка? Может быть. Почему закупка... в метро Cash and Carry не заходит. Ну ты на кого-то не на того попал. Ну на ты кого? Вот на ребят. Посмотри. Нет, ну посмотри, я специально смотрел у наших вот ребят, с которыми мы делали-то. Алди еще, кстати, заходит. Да, я же говорю, Алди, да. Вот Aldi, такая да. вот, вот Костка, мы заходит, приехали. Да. Ребята, Костка, всеми любимые. Так, оно, надеюсь, еще не закрыто. У нас всего 6 часов вечера. Дождались.
Дождались. Все, друзья, Костка. И мы, и вы увидим с вами. Может быть, в следующем просто... влоге. Ай-яй-яй, я туда свернул, Ленка. Да что ж такое-то? Да я просто тут. Я обычно может, мы в наш вернемся там. Да вот оно, мы доехали. Да доехали. Ну, ладно, что у нас такое? Такая будет, знаете, ночная закупка в Костка. Ну, ночная закупка вечерняя, в Костка. Знаете, вечерняя. Как ночью пожрать, вот так прибил. Вот ночная. Мы прям так и запишем. Ночная закупка в Костка. Другие товары, другие цены, все по-другому. Знаете почему? Свет другой. В другом какой освещении. Же самый. Ночью все кошки серые. Не, ну мы прям как бы ночная закупка в Костка. Костка, а черная ночная пятница. У нас что, понедельник? Так, ладно, понесло уже. Ну я придумаю, как громкое название, чтобы еще больше бахнуть, чтобы ролик набрал. Давайте 100 тысяч просмотров даем. У нас есть там какая-то закупка. В Костка набрала 150, что ли, 160 это тысяч просмотров. Это на пандемии просмотров. У нас ну, там. Ну, какая разница, набирали, закупка да. Костка и закупка обзор Костка. Обзор холодильника, да, допустим. Не, обзор холодильника всегда интересно, мне тоже посмотреть. Вот вы, допустим, вот такие ролики снимайте, мы будем смотреть, у кого там есть, прям ссылки кидайте. Будем все смотреть вот ваши обзоры холодильников. Вот почему-то, да, продукты, вообще продуктовая тема всегда заходит. Что закупка продуктов, что обзор продуктов дома, в кладовке, в погребе, я не знаю, в холодильнике, они почему-то заходящие ага, такие ролики, ага. Знаешь, да? А мы будем смотреть? Будем. Будем. Нам интересно? Интересно, что в ваших... Да. А покажи, что в ваших холодильниках. А вы же нас и подстегиваете. Езжай в Костка, езжай в Костка. Да вообще, уже несколько человек написало там в комментариях. Даешь когда Костка, Костка, даешь Костка, да. Как бы, да. Ну, у нас понятно, не контент про историю США, в которую, как бы... Или, давайте не будем трогать США, то там сейчас, конечно, у многих там сейчас искры пробежали. Про историю какую-нибудь. А так у нас, как бы, закупки... Некоторые пишут потом, хватит жрать, что ничего не показывайте больше, вот так тоже. Ну да, разделяются мнения, да. Да, кто-то иногда считает, абсолютно что мы одни магазины показываем, да, кто-то говорит, вы задолбали со своим Костка, да. Какого хрена вы туда ходите? Кто-то пишет тут же следом под этим комментарием, что а где Костка, давно не было, и тут же следующий комментарий. А заходите к нам на канал, у нас в этот момент тоже закупка, все такие, да пошел ты. И, короче, чем отличается наша закупка от той? Ну, зайдите на канал. Нет, пока. Ну почему? Ну, просто постоянным подписчикам интересна именно наша закупка. Наша. Вот. Мы покупаем по-другому. У нас более изящно это получается. Да ладно, у нас топорно получается всегда. Мы топчики со скандалами, с криками, с истериками. Топчики по закупкам. Сегодня, кстати, закупка у нас совместная, друзья, будет. А что там пишут? Что в последнее время народ доволен, что ты одна, когда, или недоволен, что ты одна когда закупаешься? Когда ты один, народ доволен, что ты один. Ага. Когда я одна, народ доволен, что я одна. Вот когда что. А когда мы вместе, вы недовольны. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Сейчас пойдем, вот в следующем ролике сейчас будем записывать. Посмотрим, что нам напишут. Совместная наши закупка подписчики. Это. И такие, знаете, будут. О, опять вы вдвоем все промотало. И будут такие молнии. И мы такие, друг на друга, знаете, как показывают бойцов такие. Вот так вот. Сейчас будет, да. Ну, немножко жары дадим. Ладно, так уж и быть, так что следите за сериями. Да, друзья, как вам кроссовочки, кстати? Вова сказал, что это цыганщина какая-то. Я сказал, я цыганский... Не сказал цыганщина, ничего подобного. Я лично за Катю топлю, а не за тебя, потому что Кате точно понравится. А Лаврушек как понравится. Его любимый Пёрпл. Все, друзья, до следующего влога. Сейчас покажу вам чуть-чуть там. Заката. Он офигенный просто. Смотрите, ребята. Вообще, какой тут фильтр? Тут осторожно. И фильтры не нужны. А тут, да, офигенный, тут да? Ребята, когда сидишь еще на пляже, вот там вот, это там, блин, океан. Океанчик. Океан, вот там прям, это, но мы не успеем, мы в Костке. Мы, вот вам сейчас покажи закат еще 15 минут здесь, вы скажете, ладно, давай, пойдем. Выключай свое телевидение, где картофан? Где Костка? Даешь картофан. Вот на такой машине надо приезжать в Костка, Вовик. Он покидал в нее все и готово. Так, ну ты все, нет? Люди ждут картофан. Лена, да. Хватит, закаты свой закат. Кому это да интересно? Да не говори, ну слушай, мне слушай, бесподобно интересно. Просто. Офигенный просто бесподобно. Закатик. Эти цвета, они длятся ровно 5 минут. Потом раз, и все пропадает. Раз, и чернота наступает. Ну, вот да, мы будем выходить, из Костка будет полная тьма. Вот такую, ты говоришь, машину нам надо? Да нет, вон кузов открытый. А-а-а, ну и такую ведь тоже надо мне. Красную. Красненькую машину. Таха. Ну все, ладно. А это кто? О, давай, слушай, все. Они почти одинаковые. Но они одноклассники по размеру. Это, я вижу. Это Шевроле. А это следующий. Да, это Шевроле. Оба, это это разные. Это 21-го года. Года, а это... Они 18. Даже цвета одинакового. Офигенные машинки, конечно. Так, ну что, друзья, все, давайте в следующем влоге картофан, уже увидим. Картофан, даем картофан. Кстати, о картофане, он нам нужен. Да ладно. Да.